Президент Обама накануне подписал указ о наложении новых санкций на энергетические и нефтеперерабатывающие отрасли Ирана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад назвал санкции смехотворными. Министерство финансов США также наложило дополнительные санкции на одно китайское и одно иранское дел с подвергнутыми санкциям иранскими банками. Министр обороны США Леон Панетта во время встречи с руководством Израиля заявил, что Соединенные Штаты и Израиль прилагают все усилия к развитию системы максимальной обороны и защите обеих стран. В беседе со своим коллегой Эхудом Бараком Панетта отметил, что США и Израиль являются США Хиллари Клинтон находится в столице Сенегала Дакаре. Это первая остановка в ее 10-дневном турне по Африке, в ходе которого она посетит 7 стран. Во время переговоров с африканскими лидерами Клинтон намерена призвать к реформам, которые способствовали бы экономическому росту и развитию демократических институтов. Космическое агентство США готовится к запуску своего нового марсохода Curiosity. Планируется, что он достигнет Красной планеты 6 августа. В случае успеха Curiosity станет 6-м космическим аппаратом, достигшим Марса.